Это же дракон! Это же дракон! Следи за ними! Отец, берегись! Я буду делать больше. Только скажи. Точно, дракон. Он тоже прикован? Вон там. Сын. Слушаюсь. Круто.
Отец, подойди. Еще одна для коллекции. Это я и без тебя знаю. И где ты расслышал грусть среди рева и грома из глотки? Yeah!
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Ага. Берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. Опасен. Наверное. Но ему так грустно. И где ты расслышал груз среди рева и грома из гор? Сидящих на цепи в Мидгарде. Это их алтарь. На колонне были три руны. Найдем две другие и освободим. Это не наше дело. Понимаю, но мама бы этого хотела. Ведь это правильно. Ты снова думаешь сердцем, сын. И твои враги обязательно этим воспользуются. Понял.
маленькая. Горячись. Если дракон нападет, нам придется его убить. А, ты прав. Я буду готов. Посмотрим. Go!
Иди сюда. Слушаюсь. Так, запишу это в меню. Несмотря на ошибки. Готов, жду приказа. Это все. Сын, здесь еще один. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Точно. Покровительница охоты. Это ее отец и звери, на которых он охотился. Он ее обучил. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу. Там они и остались. Грустная история. Иди за ними!
Наверное, раньше смотрелось здорово. Могут ли драконы быть благодарными? Знаем, на что это обменять? Сын. Ладно. Король-гном заставлял подданных охотиться на драконов и других чудовищ? Ну и ну. Be.
конец. Тебе надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю, но нельзя держать живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мыслей, а я слышу. А ты не слушай. И приготовься. Ладно. Warning. Luthier. Lovkivathi. Osomi. Vina. Erfilika. Dome. Vithulika. Drothi. Nave. Теперь. Ничего, наверное. Но он был рад умереть в бою, а не сгнить в пепле. Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался, Атрей. Спасибо, отец. Наконец-то свежий воздух. Ладно. Только не ешь нас. Только не ешь нас. Сын, приготовься! Пожалуйста!
Так что случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Так, тут правил злой король-гном. Он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. Значит, чего-то не достает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле-гноме. Брок, ты слыхал о короле-гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Да, этот уродец когда-то правил местными жителями. Построил себе замок к северу отсюда. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть? Но перед дорогой советую запастись всем необходимым. Мацагнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю, кто теперь за ними присматривает. Неужели вы с братом не можете помириться? Наверняка все можно исправить. Вы же семья. Вот только не надо меня лечить. Уж я-то знаю, что значит семья. То, что мы делали, наше оружие, было легендарным. Его знали во всех 9 мирах столько лет, что я и сосчитать не могу. Разве можно такое перечеркнуть из-за одной паршивой? Паршивой чего? Да ничего. Слушай, тебе случайно никуда не надо? Больше, чтоб не давал в руки моему никчемному братцу. Понял меня? Смотри, только пользуйся.
До встречи где-нибудь. Я готов к работе. Чего тебе, мелкий? Опять вы. Приходите, как еще чего надыбаете. А можешь рассказать о великанше с луком? Это была Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьяци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Из ребер животных она сделала себе вторую пару стоп, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. В охоте ей не было равных даже среди богов. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему сильных сыновей. Но Скади его отвергла. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто Асом стал досаждать орел, похищающий драгоценные золотые яблоки Идун. Самые искусные лучники-боги не могли его убить. Один знал, что Скади обязательно захочет доказать свое превосходство. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью. Ею овладели отчаяние и стыд, ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются. Эй, вы! Вы уничтожили статую? Мы разрушили статую, друг. Значит, моя связь с этим миром прервана, и я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Благодарю вас. Вот храбрец. Отправился сражаться с Тором в одиночку. Он глупец.